Небывалое количество макулатуры в обмен на саженцы. 11-классники Магнитогорска приняли участие в акции «Сдай бумагу, посади дерево». Сегодня выпускники 10-й школы высадили собственную аллею. Кто им помогал и какие растения украсили территорию учебного заведения, расскажем в нашем следующем сюжете. Холодный ветер заставляет ежиться, а мокрая земля то и дело прилипает к кроссовкам. Однако именно такая погода лучше всего подходит для высадки деревьев. Собравшись с духом и вооружившись лопатами, старшеклассники приступили к работе. Украшают территорию родной школы молодыми яблонями. Знание, оно всегда ассоциируется с яблоком. Знание, и поэтому вот выпускники выбрали именно дерево яблони. Мы плюсом еще высаживаем туи. Туи мы сегодня будем высаживать вазоны, потому что они не очень большие, то есть мы им сначала дадим окрепнуть, и как только они подрастут, мы их тоже высадим на территории образовательного учреждения. Туи выделило управление экологии. Его специалисты помогли подобрать удобное место для аллеи и приняли участие в посадке. А вот яблони закупали за свой счет. Финансы изыскали благодаря сдаче макулатуры. На протяжении 4 дней в школе развернулась настоящая борьба за самую тяжелую стопку. Всего удалось собрать более 3 тонн бумаги. Рекордсменами стали ученики 3 А. Вместе с родителями они принесли в пункт почти 370 килограммов. Мне помогал папа. Он привез с гаража 280 килограммов. В учебнике я перебирал бумагу, которая была в доме. Мы будем экономить бумагу. И в сентябре следующего года у нас пройдет 2-я акция макулатуры. А пока 1-й и 3-й классы, собравшие больше всего бумаги, стали помощниками для старших товарищей на высадке. Именно малышам в будущем предстоит ухаживать за аллеей выпускников. Обещают не забывать про саженцы и 11-классники. У нас среди выпускников гуляла такая идея собираться хотя бы раз в полгода, приезжать смотреть, как она здесь, что-то ухаживать, что-то опять же подкопать. Но я думаю, да, мне она приживется, потому что мы делаем это все с добротой, с душой, и мне кажется, все будет хорошо. Те 1-й классы и те 3-й классы, с которыми мы сегодня работаем, которые нам сегодня помогают, у меня мечта посмотреть, приехать сюда через 11 лет, как они посадят свою аллею выпускников. Вот это будет действительно очень классно. В этом году стены 10-й школы покинут 58 парней и девушек. 6 яблонь, высаженных на аллее, станут для них поводом лишний раз заглянуть в альма-матер, а для учителей – напоминанием о выпуске 2017. Анастасия Бандурина, Дмитрий Федотов, информационная служба медиагруппы «Знак».